Павел Агеев из Москвы занимается водным поло с раннего детства. Игрок команды Кунцево, представитель знаменитой династии ватерполистов. Ранее он играл профессионально, теперь занимается любительским спортом и тренирует подрастающее поколение. Павел и его товарищи в Ульяновске впервые. Турбазу Березовой рощи хорошо подготовили к чемпионату. Первое впечатление у гостей приятное. Ульяновск очень нравится, хороший, красивый город. Отличные условия для игры, тепло, карьер, чистый, большой, интересное поле. И интересно посмотреть, как играют в Приволжье. У вас здесь даже свой есть чемпионат, несколько, 5 команд. То есть посмотреть, и это же отбор на Россию, то есть посмотреть, готовы ли ребята чемпионату России, чтобы проявить себя на более большой воде. Команды построились. Ватерполистов поприветствовали министр спорта и организаторы. В этом году у нас аншлаг. 8 команд, география растет. Сегодня гости с Пермского края, несколько команд с Москвы. То есть уже обращают внимание, ну и стараемся соответствовать этому статусу, тому, чтобы кубок все время разрастался, становился с каждым годом все круче и круче. Татьяна Кунцевич сразилась на воде с мужчинами, потому что ее женская команда не приехала к нам на турнир. Игра была жесткой, но Татьяна справилась. Она с детства занимается этим видом спорта. В основном все ребята, конечно, джентльмены, и это радует. Да, на этом турнире особенно очень хотелось бы отметить такую дружелюбную обстановку. Да, все ребята понимают, что перед тобой девочка. Пляжный отдых всегда связан с рисками. Водные глубины порой бывают неблагосклонны к человеку. Видно, что рядом с прудом дежурят спасатели. Осталось проверить, насколько резво они выручают утопающих. Пришлось переодеться в купальник и выйти на лодочную прогулку. Да, здесь горячо и весело, но не стоит забывать о безопасности на пляже. Постоянно дежурят сотрудники МЧС. Здесь спасут любого. Ну а я сейчас заплыву, наверное, слишком далеко. Запрещено заплывать за буйки. Исключением можно считать организованное поле для ватерполистов. За ними, кстати, тоже присматривают спасатели. Пока половину нашей съемочной группы транспортировали на берег, стали известны первые победители. Интересно, однако, день получается. Ульяновские спасатели спасли меня из водной пучины. И еще я узнала кое-какие результаты. Московская команда Кунцево сразилась с ульяновцами. Федералы победили, они выиграли бронзу. Еще несколько игр. Чем ближе к финалу, тем задорнее и злее играли спортсмены. В результате серебро получила столичная команда «Спарта», а золото взяла команда «Максимус» из Казани. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.